книжками про убийства. «Время волка»? Ты все-таки ее переиздал? И, между прочим, по ней кино снимают. Зачитываются до смерти. Хорошее кино вы снимаете. Премьера. Сегодня утром в лесу найден труп женщины. Характер повреждений, как предыдущих жертв. Ее убили так, как описано в книге «Время волка». Как будто кто-то сам решил стать этим волком. Как будто бы наступило время волка. Детектив Анны Князевой. Полиция, я своими глазами видел, как ее убили. Марлен Георгиевич, вы дома? Улики из прошлого. Роман без последней страницы. Я все равно найду настоящего убийцу. В субботу в 17 часов на канале ТВ-центр.